Мишка, где ты, Мишка? Что-то сегодня Мишки нету тут. Куда он пропал? А ну-ка, может, он дальше там? Мишка, где ты, Мишка? О, я здесь, Машенька. Что надо тебе? А, давай поиграемся, а то скучно. О, нет, Машенька, у меня сейчас времени нету, я спешу, очень сильно спешу я. А, хорошо. Тогда попозже увидимся. А, пока, Маша, давай, быстро мне спешить надо. О, мой живот, как болит живот у меня. О, где же здесь у кустика? Вот кустик здесь хороший. О, нам зайдет, пускай за кустик быстренько. О, вот здесь хороший кустик есть, оказывается. А ну там есть что-нибудь, нет, здесь никого. Вот там нету, там тоже никого нету. Надо там быстро свое дело сделать. Давай. О, сколько же я наложил здесь? Как много какашек. Надо быстро убежать отсюда. О, сколько кучи наложил. Как же я это все убегу отсюда? Ни пакета нету, ничего нету. По-моему, надо убежать отсюда по-быстрому. О, грибочки соберем. В лес пойдем, в лес. О, вот еще один. Какой красивый гриб. Ага, он тоже мой. Сладкий-сладкий. О, вот я ее и взяла. Так, пойду-ка я сегодня, наверное, очень много грибов тут наберу. Так, жалко со мной Мишки нет. Вместе набирали бы грибы. Такие вкусные, потом пожарили бы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, сколько тут вкусных ягод! Откуда же они тут? Тут их никогда не было. Ва! Надо их обязательно собрать. А ну-ка, они очень вкусные, наверное. Мишка как обрадуется, когда их увидит. Так, соберу все. Мишка обрадуется таким вкусным ягодам. Ням-ням! Пойду я сейчас заберу их к ним домой. Так? Был бы он сейчас рядом, мы бы еще больше их собрали. Так? Интересно, он тут нету где-нибудь неподалеку? Мишка! Куда же он ушел? Так, а ну нету ли его здесь? Мишка! Где же ты, Мишка? Куда же он делся? Он не любит, значит, вкусные, раз не ходит в лес. Мишка, где ты? О, чё тебе, Машенька, надо, а? Ты где был? А я здесь в лесу гулял. Сюда ходил. Ах, вот оно в чем дело. А ты не нашел самого вкусного в лесу. Ага, у тебя вкусные еще есть. Да, есть. Знаешь, посмотри, какой красивый гриб я нашла, вот этот. Гриб хороший. Да. А что там под грибком еще есть у тебя? О, там самое вкусное. Да, что это интересно? Так что, такие вкусные ягодки я вот здесь, вот под этой елочкой нашла. Под какой елочкой? Вот здесь. Здесь? Да. Под этой елкой? Не вон там случайно не лежали? Да, вы здесь лежали, я их собрала. А что случилось? Маша, это, понимаешь, я здесь бежал, у меня живот заболел, и, короче, это я покакал. Чего? Понимаешь, это мои какашки. Ах ты, Мишка, получи по башке этой же какашкой корзинами. На! Твои какашки пускай будут у тебя на голове, ах ты поганец! Ой, Маша, я не хотел! Извини! Иди сюда! Сюда иди, я тебе сказал! Сюда иди! Куда ты бежишь? Стой! Помоги! Стой! Я тебя поймаю все равно!
Сударь, я тебе сказал. Помоги! Ты хулиган! Подожди, подожди! Что? Ну, понимаешь, это так у меня случайно получилось. Что у тебя случайно получилось? Я не виноват, что ты мои какашки собрал. Ах ты, хулиган! Детишки, не какайте где попало, и вас не накажут.